Дима, Христос воскрес! Христос воскрес! А ты мне говоришь, воистину воскрес? Говори. Воистину воскрес! Вот ты какой умница! У нас сегодня Пасха! Сегодня мы запишем влог для вас. Пасхальный, да? У нас тут уже расформированные стоят куличи вчерашние. Какой кому я отдам. Вот такие получились яички. Мы готовили их без вас, потому что я не успевала. Это в луковой шелухе красной. Вот такие они получились симпатичные. А что их нюхать-то? Они, по-моему, яйцом пахнут. Вот, одно сейчас мы с Димочкой съедим. Вот оно такое холодное. Вот, и вот тут вот наш куличик большой, мягенький. А тут получились маленькие такие, небольшие получились, ну, как обычно. Вот. И дальше мы сейчас поедем в гости уже скоро. Вы, я думаю, увидите, как мы в гостях сидим. Два яичка я разогрела. Да? Разогрела нам два яичка. Ты какое выбираешь яичко? Выбери. Она попухлее, вот это вот, оно побольше. Где мы сейчас наклеечку наклеим? Ну, красиво, чтобы у тебя было яичко. А я взяли это. А ты ее клеишь, да. Она наклеечка, ну какая, как ромашка, видишь? Какая красивая. Вот. Сюда вот. Видно? Опа. Ой, желудка. Ну, какая? Какая лягушечка. Какая лягушка сладкая. Да, зайка? Прям как Дима. Красивый? А что такое соус тут? Что? Это не соус, это глазурь. Она сладкая. Смотрите, ну, правда, у меня получился наш кривой. Видите, какой? Надо было примять лучше, но очень красивый. Очень красивый. Ой. Такой у меня вообще впервые. Офигенная просто глазурь. Надо купить еще на следующий год сразу. Да? Посмотреть, сколько у нее там срок годности. Ну, она, кстати, вкусная такая. А, красная затвердела. Ой! Красная затвердела. Вот, она затвердевает очень быстро, кстати. И вот эти вот орешки только успеваешь класть. Салют есть? Салют? Нет, это не салют. Про вот эти вот спрашивают. Нет, это посыпка сверху, пасхальная, специальная. Специальная посыпка. Ну, а тебе потом ее покажу. А ты съешь? Что-то не записывалось, что ли? Она и чистится. Не чистится, так надо, потому что ты забыл. Забыл, как есть, что ли? Я-то думал, Дима умеет, думаю, сейчас мастер-класс по очищению, обчищиванию яиц покажет. Видишь, какая яичка есть? Да, беленькая, покрашенная луковой шелухей, экологическая. Что-то мне в последнее время вообще не хочется красить. Грязненькая носка. Ну, ничего страшного, это ничего страшного, это же не краска. Это луковая шелуха красная, которую мы с Димой собирали целый год. Да, Дим? Давай, давай, чисти. Вот, а куличик мы решили не есть, решили его ставить на ужин. На ужин вместе с вами его откроем и вместе с вами его покушаем. Попробуем, какой он вкусный. Вот, а сейчас перед дорогой даже кушать не хочет, потому что укачает. Дима, ты научишь Валю стишок? Расскажешь ей про мишку к салату? Нет, я расскажу. Ты расскажешь, и она потом будет уметь. А то она не знает ни одного стишка. Озеро, оно не течет, оно такое, имеет берега. А речка вот, она течет далеко, долго. А это озеро. Здание совсем разрушилось. Здесь еще это, мне кажется, работало. Здесь
здание. Ну все, там проехали. Здесь яма большая. Как это стрельнуть? Быстро, мы думали, да, ты знаешь. Донесе, она буквально, мы проехали, что мы запоминали, помните? Что-то запоминали, я помню, да. Не первый поворот. Вот. Здесь тихонько есть, быстро. Молодежь. Открой, да. Теперь шапку можете снять. Как хорошо на даче-то. Дом такой большой. Ну, видишь, ветерок, да? Так, годик. Да. Ой, сколько тюльпанов. Вот тюльпаны. Ой, кого. Тюльпаны. Присушки надо на такой зеленый мешок убил. Ты на сумку бросила, что ли? А, да. Давай возьмем. Такой же. Такой же. Вовремя. Да? Ну, да? Да. Кого? Приехали мы в гости. Всех с праздником. Лайки ставьте. Тюльпанчик какой красивый. Ждет, жди, пока Варя не проживет. По очереди надо. По очереди. Не засняла. Руку схвати. Нас горит. Ой, все, ладно, теперь нельзя, упала она. Бабу эту маму возьмет, помой. Ну все теперь. Не буду я себе из пола брать. Надо выбросить туда. Кто не поднимет. Нельзя, подожди, подожди. Ну, все, Дима, а потом пойдешь сюда. Ой, ну что ж ты. Какие вы неразворотливые. Я уже давно все убрала. А потом он этими ногами пойдет туда. Грязные ноги будут. Это грязные. Ну, конечно. Валюшка. Валюшка, Валюш, иди, это Дима все съест. Валя, иди скорей сюда. Иди, подойди к бабуле поближе. Скорей, скорей. Нет. На Дим, ну ладно, не хулигань. Вот твоя очередь. Дима. Дима, сейчас Валя на очередь, а потом твоя, по очереди. По очереди. Маринку? По очереди. О, молодец. Все, куда остальное Валюшке отдайте. Все, это Валюша. Валь, поближе подойди. Дим, подожди. Бабуле. Вот. Все. Все, это Валина. Вот. Все. Все, Дим. Это Валина уже. Все, все, все. Валина это. Дим, подожди. Ладно, пусть доедает, что вам. Валя, вон у нее вот там есть виноград есть еще. Валя, нельзя виноград, сказали, у нее аллергия. Можно. Можно уже? Да. А вот Татьяна сказала, я про это. Ну, посмотрим. На. Ой, что надо сказать? А? Что надо сказать? Спасибо, нужно сказать, да? Понравился тебе, Дим?